Южная Осетия переведена на резервную линию электропередачи. Сегодня, ближе к обеду, республика осталась без света. Из-за обильного снегопада на ЛЭП произошла авария. В республике на полчаса вырубилось электричество. Для надежного обеспечения электроэнергии энергетики приняли решение о переводе страны на резервную линию. В 11:22 отключилась линия 110 кВт, Северный Полтал, Джава, действующая линия, старая. При повторном подключении через какое-то время линия подалась подключение и включилась. Потом, значит, опять повторно отключилась 13:22. Мы вынуждены были подключить уже новую резервную линию. И сейчас, в настоящий момент, значит, мы получаем электроэнергию по новой резервной линии. Ну, резервную линию подключили в течение 20 минут. Из-за плохих погодных условий в горах обильный снегопад, пока нет даже возможности найти место аварии. По всей вероятности, высоковольтные провода оборвались, как это было практически все предыдущие годы до введения в эксплуатацию резервной линии электропередачи. Еще в прошлом году несколько дней вся страна оставалась без света, а к поискам места обрыва высоковольтных проводов были привлечены не только энергетики и сотрудники МЧС, но и силовики. На линии есть повреждения, это однозначно. В настоящее время нет доступа. Место повреждения, и пока не будет доступа, мы, естественно, не подключим эту линию, пока не устраним повреждения. В ходе рабочего совещания принято решение, что энергоснабжение Южной Осетии в течение всего зимнего периода будет обеспечиваться по резервной линии электропередачи. Зарина Кочева, Рауль Кочев, Мадина Джиоева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.